Всем здравствуйте! Это видео не будет про полицию, это будет видео чуть другого формата. У нас сейчас в Украине одна из известных сетей заправок, автозаправочных станций, проводит акцию. Когда мы заправляемся 20 литров, от 20 литров любого топлива, мы можем вытянуть вот такой бумажку вот такую и выиграть квартиру. Надо собрать 4 комнаты и разыгрывается 5 квартир, мы можем выиграть квартиру. Вот, типа, вот такая штучка, вот этой вот комнаты, что надо собрать. Но я уже таких наборов собрал много, но не хватает одной комнаты, это именно спальня. И там постоянно тянешь, и когда-никогда этой спальни нет. У меня таких наборов уже миллион, заправляю часто. Ну, тут, как бы, я заметил другую фишку, очень интересную, как бы, я просто их слаживал и увидел одну тенденцию. А именно, я вот специально вот не открывал, взял, ну, заправлялся и взял бумажки, вот. Вот они проходят такое, не буду показывать, как бы, да, оп, ну, показал, чуть как что это за заправочная станция, ну, они вот у меня запечатаны полностью, да. Вот три штучки я взял специально, да, вот их. И тут будет понятно, где какая комната. Вот я на них уже теперь, я как уже профессионал смотрю, и я уже понимаю, какая комната. Вот, смотрите, показано, например. Вот здесь, да, вот видите, да? Здесь будет у нас, это будет кухня. Почему? Потом объясню. Вот здесь у нас будет туалет. Она стоит запечатана, но я уже знаю. Я никуда даже не смотрю, я сразу вижу, смотрю в ящик, там где они лежат, я вижу, что там будет. Кухня, а вот здесь будет зал. А спальни нету. Объясняю почему. Теперь смотрите вот. Здесь я говорю, что здесь будет кухня, да? Кухня. Беру при вас, открываю, смотрите. Открываю, достаю. Что у нас здесь? Кухня. Правильно? Кухня. Так, я отлаживаю в сторону. Беру следующий. Здесь будет у нас ванная, да? Открываю. О, что у нас здесь? У нас здесь ванная. Тоже, да? Понятно, почему. Откуда я знаю? И здесь тоже, смотрите, открыто, закрыто. Как бы они все же лежат, да? Смотрите, закрыто все, да? Здесь у нас будет зал. Откуда я это знаю? Сейчас я вам объясню. Опа, извиняюсь, чуть-чуть упала. И здесь у нас будет, оп, есть зал. Да, видно. Объясняю теперь, откуда я это все знаю. Смотрим. Вот когда я открывал, вы замечали, да? Вот штрих-код. И вот вся загвоздка, как узнать, какая комната, это в штрих-коде. Вот первая циферка, видно, пятерочка. Пятерочка всегда идет там. Это кухня, чтобы вы знали. Шестерочка первая идет. Это, шестерочку видно, да? Это ванная. Ну, а семерочка это зал. Короче, ребята, чтобы найти спальню, это должно быть не 5, не 6, не 7. Ну, как-то так. Если, конечно, работники автозаправочной станции до вас их не нашли. Или они там вообще были. Ну, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем пока.